Обстановка требует, чтобы вы научились сегодня быть комиссарами. Причем в самом глубоком, революционном смысле этого слова. Кто-то назвал эту войну войной моторов. Это не так. Это, товарищи, не война моторов. Это война идеологий. Это война за умы и сердца людей, и в первую очередь за юные сердца. Наша задача ни одного ребенка, ни одного юноши, ни одной души, товарищи, мы не должны отдать фашистским растлителям. И прошу учесть, мы переходим не в оборону от фашистской идеологии, а в наступление на нее.